Привет, друзья! Сегодня вы офигеете, если вы это увидите, как я добыл. Увидите в конце видео. В общем, сейчас покажу. Друзья, что же я могу найти? Медведи? Ну да, я думаю, медведи. Бабушка мне говорила, что не одет, он скачет шоколад. Сейчас поищу и все. Кажется, я уже живу. Надеюсь, что я угадал. Все. Открываю. И ищу. Надеюсь, буковки не будет, кто их хочет угадать. Отличных тоже тут нет. Друзья, что-то я сейчас не могу. Еще на холодильнике. Вот это я тупой. Ну вот за ней. Коробочка. Так, сейчас посмотрим, что там у нас за меди. Пожалуйста, если вы нашли тоже такие, то, пожалуйста, помойте чем-нибудь. Потому что они очень сильно воняют. Еще полка. Патрон. Да, это реально патрон. Самый настоящий. Так, что там еще есть? Как много миди, да? Вот еще какая-то деревяшка. Да, это самый настоящий сокровище. И сколько у меня таких, неизвестно еще. И тут закрытых нет, они все умерли. Сейчас проверим, реально это живая медведь или нет. И да, она тоже мертвая. Вот. Сейчас. И да, она реально мертвая. Так. Наконец-то. Что еще выпадет? Друзья, если вы совсем не любите свет, то сейчас вот выключите это видео, вот прямо сейчас. Ого, спиранька. Ладно, хватит болтаться. О, вау. Ладно. Вау, вот это тоже может. Вот фиолетовый. Фиолетовый. О, Лего. В следующем видео мы поиграем в Лего. О. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.